Всем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Нелапсо. Мы продолжаем проходить Метро Эксодус. Это у нас третья серия. Так, в прошлой серии что у нас было? Мы спасли Аньку, да, и нам сказали, типа, хочешь спасти, там, свободных жителей, типа, бубенцы там одному парню пристроить, это иди за вагоном, ага. Ну, поехали, ладно. Как бы, да, всем приятного просмотра и приятного аппетита. У нас появился план. Мы захватим караван речных торговцев и на буксире проберемся на мост. Но пока караван не прибыл, полковник разрешил мне отправиться за пассажирским вагоном, о котором рассказала Катя. Для этого нужно сначала попасть в терминал и забрать оттуда дрезину креста. Неплохая возможность получше разведать окрестности. Ага. И это да. Так, метрошка, давай. Ну давай, ну грузись, сучка. Как вчера, блин, сейчас вылетит, вообще будет супер. Так, сейчас, единственное, пока не прогрузилось, сейчас кое-что сделаю. Свернуться можно? Пожалуйста. Метро, ну хорош. А, вот гадина. Так. Прогрузились, окей, сейчас. Все. Нормально, поехали. Так, сейчас. Единственное, что сразу сейчас гляну. Видео. Ага. Все, нормально. Поехали. Так. Молодцы, что батю уломали. Да, не за что. Ну, Артём, как тебе моя мастерская? Да неплохая. Наконец, я все обустроил, как планировал. Так, свет единственный. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты, и все остальное. Это ты молодец, да. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. Так, а вот это давай установим. Как у меня нигде нет. Как ты ствол какой найдешь, я образец раз и на полочку. А потом, если понадобится, выдам. Так, магазин, да? Смазанный. Как новенький. Точность, общем, стабильность да, меньше, но магазин плюс. Вмещает до 30 патрон. Подожди. Делаю, так что учитесь, да, а, то есть тут до 20. Давай вот этот поставим, ладно. А, лазер не будем. Тут у нас ну, что? Такое дело. Я для тихаря кое-что сделал. Попробую установить. А, тут у нас обмен можно сделать. Ну, не буду задерживать. Калаш, револьвер. Ага, ублюдок, хорошо. Ашот. Серьезно? Окей. Хорошо. Так, что у нас тут? Это что такое? А, пневмосистема. Ага. Давай, ладно. В принципе, пока я с ним не бегаю, но... Почему бы и нет? Тут у нас что? А, роторный магазин. Угу. Увеличит магазин на стабильность минус. Ладно. Лазер нет. Тихарь, тихарь. То есть тут только тихарь, да? Хорошо. По броне у нас что? Угу. Нормально. Ничего нового нету, в принципе. Ладно. Наверное, надо было... Да, патроны сейчас сделаем еще. Патроны, патроны, патроны. Так, 5 аптечек, отлично. Магазина. Угу. 90 патрон, 50 патрон, отлично. Тут, ладно. Тут нормально, в принципе. Так, поспать, поспать, поспать. Где можно поспать? Мужик, ничего мне не расскажешь, окей. Я сейчас на верстаке ничего не делаю. Можешь работать, если надо. Так. Подожди. Мне бы вздремнуть. Есть у нас, конечно, одно место, где можно вздремнуть. Спасибо о. Вам с Артемом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами да было. Ладно. Бы. Проклятое. Все нормально. Здесь место не иначе. Еще и Силанти этот. Катя, не стоит раньше времени благодарить.
Можете только Артему удачи пожелать. Конечно, Артем, пусть вас Бог хранит. Спасибо. И вам, Степа, кстати, спасибо. Смотри, снег пошел. Да что вы, не стоит. А вчера дождь был. Дядя Артем, Чё? Вы ведь на задание, да? Да. Я попросить хотела. Чё? Вон там баки большие. Если встретите там моего Мишку, принесите, пожалуйста, а? Хорошо, без проблем. Его демон украл. Летающий. Страшный. Угу. А они там живут. Хорошо. Он так. Демонятом своим унес, наверное. Это где у нас? А я сильно по нему скучаю. Ага, медведь вон там у нас хотела снизу. Хотела в гости пойти, но мама не разрешает. Там ведь электрические демоны тоже есть. Электрические демоны? Правда, правда. Они ночью появляются. А, я понял. Это у нас аномалия. Ага, это у нас не демоны, это аномалия. Немного. Хорошо. Так, давай, значит, найдем место, где можно переночевать и отправим. А, чё? Как здоровье, хорошо? Да. Нормально. Не жалуюсь. Артём, так, я ведь, знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась. Так. Потому что знала, что ты придешь и спасешь меня. Ой, ты моя родненькая. Спасибо, любимый. Да нет. Ну, блин, где тут можно переночевать? Так, слушай, давай единственное, что сейчас еще посмотрим. Наверху вот тут вот был выход. Может, тут у нас как-нибудь, не знаю, выйти там. Нет, тут нельзя. Нельзя. Хорошо. Я вас понял. Значит, погнали. Вон туда, получается. Вот, как бы тебе показать. Чуть правее, вон, видишь домик? Или можно вон влево отойти, там тоже есть домик. Туда можно сбегать. Ну, правда, блин, потом... Не, побежали, короче, вон туда, вон. Артём, вон там вот домик. Хочешь изменить что-то в снаряжении или оружии? Ага. Без проблем. Так, правильно? Да, правильно. Hello. Привет, Ланивид. Артём, ты же к терминалу? Ну, может, да. Может, князя встретишь, у него там НП на мосту в вагоне. Ага. Так что ты его расспроси, что да как, чтобы не ломиться с шашкой наголо. Ну, ты понял. Слушай, а не тот ли это вагон, вот который, типа, у нас сейчас домик? На мосту в вагоне. Не забывайте сохранять игру. Хорошо. Здорово, Артём. Здорово. Что, по настройкам высокие? Ну, пожалуйста. Такие вот настройки. Спаси инструмент. Гитара. Так а я гитару же взял. Распустил я вас. Вообще ужас. Ладно, конец связи. Так, тихо. Противогаз. Ага. Ага. Аномалия, да? Классно. Блять, прям на меня идет, а? Уже сучка. Сейчас, подожди. Что-то пока не вижу, кстати. Подожди, а где она? Сныклась уже. О, ну ладно. Она быстро мышку нашел. Тогда? Подожди. Встретишься с ним, получишь последние данные по окрестностям терминала. Конец связи. Сука.
там нормально с радиацией? Да тихо ты. Домик. Так, хорошо. Давай туда сгоняем. Спокойно. Так. Мишку мы сейчас пойдем искать. Я сейчас посплю до дня и... Ну, вообще хотел что, добежать до этого. Домик, вон, видишь, справа, вон там вот. Вот где крестик как раз серый. Вот там у нас дом. Типа, можно отоспаться и пойти уже искать и Мишку, и по квесту. И гитару. А гитару я уже нашел. Я не знаю, что он мне сейчас начал гнать. Так. Один. Один спит. Их-то двое. Раз. Другой, походу, внутри. Слишком рано нашел. Ну, сорян. Как бы я тут ни при чем. А, что у нас? Ножи? Да. Отлично. Так, значит, там их трое, да? Подожди. Что-то я понять не могу, как он смотрит. А, все нормально. Спиной. Допустим. Второй где? Второй там. Третий тут спит. Подожди. Спокойно. Угу. Да. Сука, ну прожмись. Я не хочу, чтобы это сейчас палило. Слушай, вот же гадко, а. Спокойно. Что ж такой громкий-то? Понятно вообще, фу. Патроны давай заберем. Ага. Еще патрошки. Замечательно. Что у нас? Ага. Схрончик небольшой, неплохо. Так, включим. В принципе, уже ладно. Тут уже никто не спалит практически. Мы сейчас тоже вырубим. До свидания. Ага. Так, тут шастает уже. Так, ну, в принципе, ладно, нормально. Что у нас тут? Это ничего, окей. Угу, хорошо. Побежали тогда уже ближе к дому, туда. Найди еще раз. Я не уверен, что, типа... Там можно будет еще раз ее найти. Не, почему? Если найдем, типа, окей. Но, опять же, туда вот, где я эту находил, я не побегу. Так, тут у нас еще какое-то место, окей. Хорошо. Блин, мне бы вон туда он попасть. Ага, там уже перестрелка. Ладно, погнали, это тоже зачистим. Сейчас быстрое сохранение. Фу. Мерзость. Сейчас, что у нас тут по людям? Никого пока, хорошо. Кого? Ты вообще о чем? Так, здрасте. Уи, каруселька. Так, еще один, отлично. Слышишь одного?
тут где-то поблизости. Ты кто? Крольчишка. Окей. Так, один где-то тут у нас. Хорошо. Что, вам МКС скатал? А, ну, КСК это да. Опасно. Подожди, 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 подожди. Так, один там сидит, окей. Дверку можно взломать, окей. Тут у нас баночки висят. А, так, раз. Угу. Второго чуть не вижу. Слушай, охранить их тут на самом деле? Что до хрена? Блин, как-нибудь с ножа его, что ли? Хотя можно. Можно вот так тут вырубить. По-тихому, по-тихому, тихо, чуть-чуть. Все, спокойно. Один, ага. Так. Спокойно. Он спать прилег. Ага. Так, ага. Спокойно. Один. Так, второй ходит. Раз. Второй, отлично. Вот это все берем сейчас. Ага. Понадобится. А, наконец можно костры, хотя... Чё? Можно костры тушить. Хотя пенек и GT1030 я никогда не смогу сам затушить костер в Exodus. Ну, почему? Сможешь? Я думаю... Так, двое. Думаю, все-таки на слабых потянет. Вся игрушка довольно требовательная. Так. Спалюсь, не спалюсь? Попробую. Спокойно, 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 спокойно. Ага, того же мнения. Пёся, а ну тихо. Спокойно. Прикинь. Песня лежит тут. Раз, два. Да попади! Отлично. Наверху еще один. Блин, ножи, конечно, я до хера просрал. И не было, бля.
Вообще не было. Ой, сука. Где? Ага, вот оно стоит, отлично. Да вообще неплохо. Блин, может он спалил бы чего, ну ладно. Надо было дослушать. О! Ща, ребят, сейчас. Так. Значит, три пособники станы. Сейчас, ребят, баночки соберу. В принципе, можно будет. Ёб твою мать. Вот такого я вообще не ожидал. Я просто чё сейчас переживаю? Может, они это... Вот этот вот последний мог бы нам рассказать про какой-нибудь тынячок сейчас. Да сейчас открою, успокойся. Так, тут у нас ничего нового. Ага. Подожди, что-то... О, заметка. Не оставляй нас тут. Все, уходите. Хоть еретик ты, но мы за спасение твоей души молиться будем скоро. Ага. Пожалуйста. Так. О! Мы туда запретные вещи рыбы на очищение приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Вот, давай. Вот это вот уже хорошо. Так, в терминале, да? Угу, хорошо. Тебя ведь Силантия нафиг предаст. Да. Не предаст, если ты не скажешь. Кого? Или ты предпочел бы здесь умереть, на их ножах? А ну калаш верни. Вот это тогда просто разбираем и все. Прикинь, блин, калаш мне тут снял. Сука. Мастер стелса? Да блин. Наконец-таки получилось, да, хоть что-то по стелсу сделать. А то, блин, прохожу. Двоих-трех убьешь и все, и пипец, блин, опять спалился. Так, а теперь надо искать выход. Ага, нормально, все. У нас ничего нету. Сейчас просто повтором быстро посмотрим. Все, ладно, погнали. Поспать-то, кстати, можно, нет? Не, нельзя. Ладно. Тут у нас, кстати, да, еще дверка была закрытая. Угу, хорошо. Так, подожди. Он снимается с другой стороны, да? Угу. Секунду. Так, а где тут дверь? А, ёп, слепой. Ой, вообще. Слушай. Все, понял, ладно. Понял, принял, уловил. Так, я теперь понял. Короче, видишь, там еще экран начинает трястись, если типа доски вот-вот разваливаться. Что не будет таких вспышек хороших и плохих действий, как в прошлых частях. По факту их нету. Вот серьезно, сейчас за всю игру... Сколько? Всего вот это вот вторая вспышка хороших действий. Сейчас я так думаю, если найти вагон, найти гитару, это будет еще одна вспышка. Ну, одна-две вспышки. Ах вы гады. Так, погнали, сейчас попробуем добраться все-таки до этого. До вагончика, переночевать и уже пойдем по миссиям. У нас ничего нету, нету. И Мишку не забудь, я помню. Угу, снизу бегает. Окей. Так. Привет. Ага. Ну здоров, брат по крови. Здорово. Так, противогаз снимем. Вот так мне сказали то, что ты тут. Да я тут уже как родной.
Слышал, ты на терминал за дрезиной, но тогда слушай, чего я тут наразведывал. Так. Вход в терминал, как я понял, смотри. Угу. Угу. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни зверолюди. Зверолюди. Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Где? Я так понял, они там святош ловят. Тем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Хорошо, понял. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Так что о них сейчас беспокоиться нечего. Угу. Конечно, когда выдвигаться, тебе решать. Но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, так. Обратно на пост. Смотри, что мы сейчас делаем. Мы сейчас спим, ждем дня. Блин, подожди. Дай. Мы сейчас спим, ждем дня, идем за Мишкой. И по идее, если нам повезет, то пока мы будем ходить туда-обратно, типа уже стемнеет. И мы можем этот лагерь, сможем быстро пройти. Так, аптечку плюс, патроны по максимуму, отлично. Тут давай сделаем ножей чуть-чуть, да? Так, по оружию что у нас тут? Барабан. Шестизарядный барабан. Стабильность немного уменьшает. Хорошо, давай. Тут у нас лазер, понял. Так, броня. Что у нас по броне? Там что-то какое-то улучшение было. Оля. Патроны и подсумки. Дополнительные подсумки для патронов. Ага. Хорошо, давай, да. Патроны нам нужны. Патроны это хорошо. Так. Тут у нас больше ничего. Давай вот тут единственное, что почистим. Калаш. Да. Я вот не знаю, оптику менять, не менять, типа, на калаше. Потому что, ну, блин. Типа, с калаша на дальних расстояниях такое себе работать, тем более без глушителя. Вот это можно почистить. Немножко. Да. Тут у нас чистить не надо. Ага, 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 ага. Хорошо. Все. Броня не антитична, в смысле? Так, давай воды хлебнем. Да? Отлично. И погнали вздремнем. Не, ну вот реально игра тут прям вообще красивая. Игра прям. Графон на уровне. Мне он прям нравится. Пусть типа и настройки высокие, то есть, ну, не выключен на максимум, но, блин, графика, конечно, годная. Так, Мишка. Мишка. Доброй охоты. О, ага. Хорошо. Мишка у нас внизу. Внизу. Так, значит, мы можем вот тут вот пройти, по идее, да? Вот, видишь, черная полоса. Значит, донизу. Подожди, как-нибудь, блядь, фонарик можно как-нибудь пониже сделать? Я понял, ладно, давай вот так. Значит, смотри, можем донизу пройти вон до треугольника, да, по этой черной полосе, и к Мишке. Получается, там аномалии еще есть, хорошо. Погнали, ладно. Погоди, а там наверху это что у нас? Крест, поезд. Ага. А гитару, кстати, не отметили, да? Я смотрю. Гитару вроде не отметили. Ладно, поехали. Что нам тут сидеть? Тить иметь, правильно? Правильно. Твою мать, ты чё такой шустрый, слышь? Нахрен пошел. Дурень.
называется. Побежал за Мишкой, блин. Да, Лёш, слышь? Чё за дурни такие? Эй. Понятно. Ну, сейчас все патроны тут на них потратим. Пусть подходит. Так. Видишь, еще шустрые, блин, эти мелкие. Потому что я их раньше-то не видел. Угу. Еще двое. Пробегаем. А, погоди, это кроты, что ли, эти? Из какого? Из первого, по-моему, из метро 2033. Помнишь, там в первой части были кроты? Это, походу, вот они. Все, тихо, отдыхай. Спокойно. Так, тут у нас люди зареспавнились, нет? Ну, нет никого. Потому что тут мы тогда чистили. А, да, это они, но я не помню, как их правильно звать. То ли кроты, то ли как-то так они их звали. Вот, тоже не помню. Ну, типа в Last Light вроде их не было. Я из-за этого и удивился. Уже позабыл про них. У меня вроде никого нет, ладно. Так, еще куда нам тут? Правильно идем? В принципе, правильно. Можно даже чуть левее ему туда сразу брать. Вот туда. Поехали. Показалось. Ладно. А, не показалось, это царь-рыба. Так, в вагонах. В вагонах у нас тут, значит, Мишка. А, говорит, да? Мишка. Ну, хорошо. Твою мать, а? Хорошо. Блин, как-нибудь подожди, вот как-то примерно вот так надо сныкаться. Да, на самом деле, мы знаем то, что в грязи лучше не сидеть, но ладно. Как-нибудь по-тихому. Причем я их даже не видел. Вот где они меня там увидели? Ага, вижу. Раз, два, да? Да, второй. Окей. Раз, два. Блин, попаду, не попаду. Вряд ли. Ну, естественно. Тупо патроны в никуда. Мне надо ближе подбираться. Ёб твою мать. А ну, тихо. Тихо, говорю. Блин, набежало сразу всякого говна тут, а? Хорошо. Ладно. Секунду. Тут у нас что за Г? Угу. Шо патрона? Детали. Алкашка. Окей. Алкашка, химикаты вообще не важно. Ага, 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 ага. Да. Тут у нас спокойно. Отлично. Есть еще место, где можно переночевать. Хорошо. Так, тут у нас давай разожжем. Угу. Опа.
Тю. Здрасте. А вот это мы соберем. Вот это разберем. И вот тут соберем. Ля какой, да? С глушителем. Так, давай. Тут у нас глушитель же. Да. С глушителем. Супер. Также этот. Ага, магазин. Далее. Ачивочку оружейник. Лазер, ладно, оставим, что. Типа, не лишний. Немного почистим. И все. И типа как у нас. Угу. Угу. Ну вот теперь можно уже и это. С калашиком бегать. На дальней дистанции стрелять. Ладно, я спать. Давай, Ланиц, спокойной ночи. Так, что бы нам придумать? Давай сейчас взрывнем. Посмотрим, вылечимся, нет. Угу. Отлично. Давай, Тёма, подъем. Ча будем бесов изгонять из них. Угу, угу. Блин, как-нибудь бы побеспаливание, на самом деле, ну ладно. Угу, угу. Одного мы у них убили. Так, огонек. Окей. Хорошо. Спалили. Походу, да. Сучка. Спалили. О! Нормально. Есть пробитие. Спокойно, 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 спокойно. Ага. И тебе не кашлять. Я эту суку прижал на... Да-да-да-да-да. Так, хилимся. Ага, я понял. Нельзя сохраняться в бою. Окей. Тихо! Откуда? А ты чё такой... А. Ага, хорошо. Я эту суку прижал на... Я надеюсь, ты в это сам веришь. Вагон, да. До свидания. Минус. Тихо. До свидания. Угу. Где? Не вижу. Спокойно. Блин, нахрен, нахрен нет. Выбрось. Выбрось бяку. Разобрать. Отлично. Есть подствольник еще один. Для калаша.
максимально. Подожди, в смысле? А ты чё такой бессмертный? Угу. Отлично. Кого видишь? Я отлично никого не вижу. Голова, отлично. В смысле, подожди. А, показалось. Понял, ладно. Но там один наверху. Я пойду и сучару эту натяну. Давай. Ага. Хабар. Так. Хабар это хорошо. Хабар это нужно. Так, оружие, давай. Есть еще один барабанчик, отлично. Для пистолета. До свидания. Ищите, ищите. Правильным делом заняты, ребята. Вон, наверху. Так ты не тяни. Выходим, с тобой поговорим. Я ж тебя тоже ищу. Давай. Твою мать! Да ладно! Тихо! Ёпта, слышь, дурачок. Ой, жизнь, блин, дважды промахнулся. Охренеть. Вообще ужас. Что теперь? Давай поорём. Угу. Нормально. Не-не-не, ничего. Ага. Сейчас вместе посмеемся. Ты как это, сдаться захочешь там? Маякни, окей. Ты чё, зря пули тратить. Блядь, наверху где-то. А, нет. Всё. Кого? Всё, не видишь, да? Все, сдается, отлично. Вот это ты правильно придумал. Сдаваться это нужно. Почему мне на вас патроны тратить? Да? Да, я тоже так думал. Так, подожди. Ага. Что у нас тут еще? Калаш. Давай, патроны материала. Ага, ага. Тут, блин, во. Навелся наконец. А, где лестница? Угу. Полезли наверх. Где он там сдается? Так, тут у нас хабар еще был, да, где там? Угу. Это все? Обидно. Нормально у них тут, слушай. Неплохо. Так чё, где кто сдается? Угу. Угу. Грибочки мне, пожалуйста, оформите. Спасибо. А обохренел сейчас, если выбраться нельзя было. Это было бы реально обидно. Так.
На крыше у нас вот тут вот есть. Не, нет, вроде никого. Окей. Можно спуститься по-быстрому. Так чё, где кто сдается-то? А то все, я сдаюсь, блин, и... Тишина. Подожди, оружие тут. Во. Отлично. Угу. А вот это вот можно? Взять, спасибо. Угу, угу, угу. Хорошо. А, то есть... Это все? Это весь хабар ваш? Что ж вы за бандиты-то такие, а? Блин, зря только пришел на самом деле. О, еще есть что-то. Неплохо. Все, походу, больше никто не сдается. Некому сдаваться. Даже там кто-то топает. Да где ты сдаешься-то, блин? Все, братуха, сдаюсь, я сдаюсь. Все, правильно, оружие нахрен. Все. Вот. И то хлеб. Блин, давай лучше вот так просто сделаю. До свидания. Все. Нахрен. Чтобы не было больше тут. Так, а где у нас медведь может быть? Или он вообще не тут? Сейчас посмотрим. У нас что-то было, нет? Казалось. Сохранимся сразу. Карта. А, нет, медведь чуть дальше. Хорошо. Фига у них тут картин. Слушай, если ты прям по воде, да? Блин, не горю, как-то я желанием по воде бегать. Тут, в принципе, можно пробежать. А, господи, а можно попасть? Понятно. Да ты шутишь, что ли, слышишь? Ой, жесть. А, класс. Неплохо. Ага. Я услышу. Еще один, где? А, вон туда мне нужно. Блин. Ладно. Допустим. Ч-ч-ч-ч-ч. Держись. Нормально. А, там они уже догрызают кого-то, окей. Блин. Окрестки. Не есть хорошо. Так, где у нас тут медведь твой? Твою мать. Нахрен пошел. Нахрен, говорю, пошел. Слышь, дурень.
Алло, я в него всю обойму высадил. Вы, блин, юмориста? Эй! Забирай медведя, нахрен валяй отсюда. Да, давай еще посмотрим на него, погладим его. А, так, по-быстрому, что тут у нас вообще есть в целом? Угу. Маска, кошелек какой-то. Окей. Вниз. Все, в принципе, валим отсюда нахрен. Потому что делать тут больше нечего. Держись. Нормально. И теперь к дому. Отсыпаемся и, в принципе, уже идем туда. А, подожди, еще вагон. А вагон у нас где? Вагон, 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 вагон. Не помнишь, где у нас надо было вагон искать? Да, конечно. Ладно. Сейчас, в принципе. Нахрен пошли, слышь. Дурачки. Бегают они тут. Так, и верстачок. Три аптечки. Давай. Фильтры до 5 минут нормально. Калаши, ага. А, так. А, все, я понял. Так. Тут у нас что? А, стандартный ствол с компенсатором. Нет. Мне нужен глушитель. Компенсатор тут пока нет. Чистим. Барабан. Двойное действие. Так. Ага. Позволяет заметно повысить скорострельность револьвера. Блин, ну давай, ладно, посмотрим. В крайнем случае, если что, потом снимем. Почистить. Броня. Нормально. Все отлично. Так, получается. Ага, ну тогда он наверх, да? Угу, хорошо. Терминал, план дальнейших действий. Так, захватить буксировщик. А, буксир торговцев взять, ага. А пока суть дела, экипаж Аврора, угу. Угу. Так, прожил площади, так что теперь мне надо отправиться в терминал, где Крест спрятал свою дрезину. И с помощью нее доставить к Авроре пассажирский вагон. Хорошо. Понял. Давай тогда сейчас вздремнем. Да? Также, наверное, днем пойдем. Нормально. Что у нас там? По времени-то сейчас. 10 часов. Нормально. Время пока есть. Угу. Нормально.
перезарядка. Угу. Тут у нас что по патронам? А, кстати, сейчас проверим. А, ну все, нормально, в принципе, у него. Я думал, он будет по 2 патрона стрелять сразу. Но нет. Это хорошо. А, забраться мы тут не можем, да? Хорошо. Угу. Вон там он, интересно, что за вопрос. В принципе. Блин, ладно, погнали вот тогда обратно. И уже вправо побежим. Можно на... У нас можно было прям напрямику тогда побежать, но... Набежим так, ладно. Ничего нету. Лодка. Угу. Хорошо. Ёб твою мать. Поганец, блин, а? А предупредить как-то, не? Сучка. Ой, жесть, блин. Вот поэтому я не люблю, блин, это место. Нахрен эту воду. Всякая пагань водится. Так, а как там убрать? А, о, все нормально. Нахрен пошел. Опять демонюга. Естественно. Блин. Так, стоять. Вон там. Понял. А, там у нас эти бандиты. Да, он говорил на заправке. Отстань от меня. Кыш. Изыди. Демонюга проклятая. Фу. Так, а теперь вопрос. Угу, ладно. Был вопрос, на меня или на демона они загрелись, но видно все-таки на демона. Угу. Пока больше никого не... Ага. Угу. Нормально. Где, дружище? Не вижу. Под какой колонной? О, а так ты правильно придумал. Хотя пусть отстреливается. Чё я буду патроны тратить?
Нахрен. Кассета. Называется «Сдается парень». Эх, люба-люба-любочка. Это, блядь, и шлем с этим попали, стопудово. Да какой херы вообще магнитофон, да? Что ты, лошара? С херы вы с машинкой расширялись, вам же чисто западло. В обитель зажим учебнику Блинаку внесли. Смотри, сколько тут трупаков, блин, охренеть. О, новая заметка. Слушай, как там он говорил накачивать? Нахрен. А. Нет, подожди. Не так. А, во. Нормально. Ага, на R. Ладно. Так. Все, тут у нас крестик пропал. Окей, окей, окей. Наверху там нет ничего. Но знаешь, уже чисто на всякий случай проверить. Один уже там ходит. Снизу. Дурачки, что ли? Еще один. Нахрен пошли, слышь? Дурилы, блин. Позалазили они тут. Фу, щука. Так, подожди, тут еще что-то было. Что-то было, подожди. Странно. Пистолет. Ладно. Так. Угу. Прямой, ладно. Поехали тогда по прямой. Нахрен пошла? Туда же. Так, рюкзак, хорошо. Молодец, конечно, ты. Просто гений. Что у нас такое? А, верстак, спальник, отлично. Все, больше ничего. Вот есть еще что-то. Так. У нас там какое-то улучшение для брони было, да? 5 аптечек, ага. Броня. Так, а... Для метательного оружия. Угу. Не, ну патроны мне нужнее будет, чем метательные. Вот тут типа, видишь, патроны убираются и будут только боеприпасы. Ну такое, не-не-не. Единственное, что сейчас, блин, давай еще раз уйдем. А, для оружия есть там что-нибудь? Нет? Оружие почистить.
Калаш. Ага. Угу. Окей. Патроны для калаша есть. Хорошо. Угу. Тут. Ну так, хватит. Все. Нормально. С этой пневмопуколкой я все равно не бегаю. Вот сейчас повезло один раз. Ее взял. Поехали. Но все равно в доке. Сейчас он туда он. Смотри, сколько там демонов охранится. Нам же сюда, правильно? Там еще может что-то быть. Ага. Пробуйки, окей. А проплыть можно? Можно. Так, подожди. Ага, понял. Думаю, фигово как-то светит. Нормально. Угу. Давай, потихонечку. Потихонечку, помаленечку. Есть кто, нет? Трупа. Ага, полулюди, окей. Где бы тут вылезти, так побезопаснее. Хорошо. Получится тут побезопаснее вылезти. Придется вылезать так, как получится. Примерно вот здесь-то, наверное. Да? Идет запись, окей. Угу. Все. Динамит. Ты что такое еще там, да? Так. И куды? Угу, понял. Допустим. Нахрен. Сучка. Нахрен. Угу. Стреляться нечем. Угу. Все. Успокоились, ребята. Фу, блин, больные. Так. Угу. Отлично. Ничего там нету? Вроде ничего нету. Так, мне походу сюда, да? Хорошо. Тогда сейчас сначала вот сюда сходим. Посмотрим, что тут. Что такое? Подожди.
Неплохо. Допустим. Блин, ладно. Даже не знаю, куда туда или сюда идти. Да сюда. Господи. А! Вот он, это значит ключ, который мне дали тогда. Ага. Когда я этих спас, окей. Рация. ПНВ. Отлично. Еще и ПНВшечку дали, господи. Блин, лучшие, ребят. Что значит лучше помогать? Угу, угу. Рацию, правда, не дадут, но ладно. Рация у нас, в принципе, и так есть. Так, кассета. В основном накапливается в Индии, и вследствие этого оказывает наиболее сильное влияние на бинтосные организмы. Угу. Активное вещество вызывает серьезные патологии развития в молоде моллюсков и ракообразных, приводя к их быстрой гибели. Однако мальки сама в опытном резервуаре за время эксперимента нисколько не пострадали, и напротив, по темпам роста, превзошли контрольную группу в 4 раза. На биологические виды рыб вещество, похоже, практически не влияет. Окунь и плотва показали незначительное повышение темпов роста, без негативных эффектов. Сам? Окей. Думал, еще что-нибудь расскажет. Тела. Да. Тю. Оля какой. Подожди, это у нас калаш? Это же у нас калаш, да, нет? Нет, это не калаш. Блин, слушай, а винтовка хорошая. Давай я, наверное, разберу его. Угу. А, нет, калаш, смотри. Окей. Хорошо. Так, больше ничего нету. Вроде больше ничего нет. Эй, отпусти. Свечки. Ладно. Угу. А выбраться тут нельзя, да? Ну, логично, да, в разбитое стекло нельзя выбраться. А, ладно, я вас понял. Блин, с другой стороны, да? Ладно. С другой стороны, так с другой стороны. Допустим. Там. Угу. Опа, это что за пистолетик? Подожди, разобрать. Ага, а, понятно. Этот подонок или какой там ублюдок? Хорошо. Фонарик.
Угу. Не надо. Не надо. Вот он неугомонный, слушай, а. Блин, рано или поздно я его все равно ёжну, ну. Я знаю, что пропадает. Угу. Хорошо. Ну, все-таки рано или поздно я реально эту рыбку придется убить. Потому что она меня так в покое не оставит. Кого? Дурак, что ли? Вот дурень. Так, этого я уже смотрел, окей. Угу. Угу. Все, подожди. Внутри мы были? Вот тут. Да. А, лестница, ладно. Давай по лестнице. Артём! Артём, прием! Бать, не кипишусь, все нормально. А в голову можно попасть? Вот, вот, да, вот так. Ёб ты их тут. Тихо, ребята. Угу. Кстати, помнишь, в прошлой серии я удивлялся, типа, чё, ребят, там эти оружия, стволы светились. А, тут, видишь, сделали то, что когда ты стреляешь, ствол все-таки нагревается. Он подсвечивается. Оу-оу-оу-оу! А что? А как я умер? Типа... А чего там загорелось? Что, блин? Они в лампу попали под... О, серьезно? Охренеть. Угу. Ладно. Может, реально в лампу попали? А, тут масло. Вот оно и загорелось. Разбита лампа, это вообще изи. Или если я выстрелю в него. Тоже достаточно легко. Главное, чтобы демоны сюда не залетели. А то будет реально плохо. Отлично, патроны, все отлично. Хорошо. Что такое? Ага, пролезть. Ладно.
было. Споры какие-то. Ну ладно. Допустим. Все, больше нет ничего такого. Подожди. Ага. Нормально. Так, ну допустим. Угу, я понял. Ладно. Спасибо. Не хочу. Хорош. Тупо спас. Темно. Угу. Блин, ну давай спустимся, ладно. Блин, мне вообще сюда? Нет, не сюда. Вообще хрен пойми, куда идти. Походу, все-таки туда. Раз он там все рушит, ломает. Только можно еще наверх. Где там лестница была? Вот тут. Нормально. Хорош. Блин. Давай. Хорош. Нормально. Кажется, сейчас демонюги все-таки нападут. Да хорош, только перезаряжал же. Стоять. Нахрен пошел. Понятно. Я вас понял. Да хорош, блин, только перезаряжал, ну. Конец-то.
оказалось. Нахрен эту рыбину. Угу. Ну ладно. Спокойно, спокойно, ребят. Нормально. Так, щек все-таки осталось, да? Окей. Блин, мне бы маску на самом деле обновить. Фильтр. Угу. О, Анька. Тёма! Да жив я, жив, ну. Артём! Как? Отлично. Не включать, да? Угу. Охранил что-то. Все, слабак, да? И что я сделал? Я не совсем понимаю, типа, последовательность всех этих действий, но ладно. А, рыбка, да-да-да-да-да. Так, что у нас тут взять можно? Ага. Окей. Заметка? Да. Отлично. Давай все-таки включим, да пофиг, типа. Не включай, да. А что будет? Ну и чё? Окей. Всё, выбрался наконец, блин. Подожди, так мне обратно нужно. Кого? А тут у нас что? Это я уже обратно бегу. Странно, ладно. Поехали обратно, окей. Что-то не совсем понял, куда там нужно, типа, дальше. Какую дрезину мы там искали, я тоже не увидел. Где-то дрезина. Вон там он где-то, да? Типа вот это вот она? Или что? Да, походу. Ну ладно. Жесть.
Железнодорожник дали достижение, окей. Так. Так, так. Так, ну по идее все. Да? Я же типа будем выезжать обратно к ним. Ну, сорян. Крест говорит, что терминал все экранировал. Ну да. Так долго связи с тобой не было. Как же я рада, Тёма. Папа, ну хватит уже. Артём там, небось, не загорал. Ну как, паря, достал резину? Ну, а ты не видишь? Ну вот. Теперь тебе к вагономойке надо. Только к вагономойке? Аккуратненько. Народец там нехти, прям скажу. Все как есть батьки. Так что, если чего, то и как говорится. Так, подождите. Ну, допустим. И что дальше? А, я походу понял, что дальше. Дальше назад нужно будет сдать. Там помнишь, разворот был, походу там надо будет повернуть где-то. Надо было повернуть. Вот. Разворот сиденья. Разворот сиденья, говорю. Поехали обратно. Вот тут вот где-то надо было повернуть, походу. Стоять. Да стой! Сюда. Не? Не работает? Смысл, подожди. Почему не работает? Типа уже заехал на этот на поворотник? Нет. Я понять не могу. Поехали, поехали, поехали. Сейчас попробуем еще раз долбануть эти доски. Вряд ли, конечно, получится, но хрен знает. Я говорю, я просто не понимаю реально, куда нужно ехать. Так, а дальше она не тянет. А почему? Так. Угу. Странно, тут все нормально. Демоны летают. Ну, допустим, ладно. Во льдах застряла. Давай еще раз попробуем сейчас проехать.
Вот. Если сейчас ничего не сможем закончить, наверное. Сюда. Так. Теперь разворот и обратно давай. Давай, 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 давай. Должны, по идее, проезжать. Давай, ну. Ну, давай. Не хочет, он тупо глохнет. Не слезай. Сука. О, поехал дальше. Окей. Не знаю, может баг какой-то, может еще что-то. Но тут, видишь, она застревает. Так. Походу, нам нужно, надо на какую-то развилку выехать, чтобы... Не понимаю сейчас, подожди. Так. Мне нужно в самый конец. Ну, я туда и ехал. Угу. Отправиться в депо и с помощью дрезины притащить вагон к Авроре. Хорошо. В депо. Не хочет он ехать в депо, блин. Там путь загражден. Что и как делать, не совсем понятно. Вот вот тут, вот почему он вправо не поворачивает? И это не снимается, блин. Ладно, сейчас отъедем вот с этой, со льдов. В принципе. Хотя... Может, завтра уже насчет этого всего разбираться будем. Да, наверное, давай я так и сделаю. Все, ладно. Всем спасибо, кто смотрел это прохождение, да, третью серию. Вот. Как бы кто это будет смотреть на ютубчике, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну, а с вами был Нелапс. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.